Душой и памятью земли любимой глубь недр пойму и сроки углублю. И с гордостью скажу родному краю: люблю и знаю, знаю и люблю. И тем полнее люблю, чем глубже знаю. Эти слова Юрия Ефремова стали путеводными в жизни и деятельности учительницы истории Гусевой Натальи Викторовны. Ее имя известно всем жителям Сосновского района. Ее знают как замечательного педагога, краеведа, исследователя истории своего района и автора множества краеведческих статей о родном крае. В процессе многолетней работы у нее сложилась своя педагогическая система, в основе которой лежит поисково-исследовательская деятельность в области краеведения. Эта деятельность изложена в содержании разработанной ею авторской образовательной программы «Засережье». Результатом систематического и кропотливого труда является созданный ею школьный музей Засережья, где накоплен богатейший материал по истории, географии, этнографии всех сел и деревень южной части Сосновского района. Музей под руководством Гусимы является важным дополнительным средством образования учащихся, а также центром исследования истории всего Сосновского района. Музей не раз становился победителем, призером и лауреатом различных областных конкурсов школьных музеев. В 2017 году руководитель Наталья Викторовна Гусева стала призером областного конкурса музеев образовательных организаций Нижегородской области и участником очного этапа международного конкурса музеев образовательных организаций, где заняла 4-е место. Юные краеведы под ее руководством активно занимаются исследовательской деятельностью. Их работы созданы на высоком уровне, подтверждением чему является победа на детских всероссийских и региональных конкурсах. Ежегодно воспитанники Натальи Викторовны участвуют в областных исторических конкурсах краеведческих работ «Моя семья в истории страны», «Отечество, природа и традиционная культура», «Православные следопыты». Многие исследования ребят опубликованы в различных СМИ и сборниках исследовательских работ. Традиции гражданско-патриотического служения своему народу включены в содержание краеведческой работы. Это предполагает воспитание учащихся на примерах реальных личностей, организацию общественно-полезной практической деятельности. Наталья Викторовна Гусева и ее подопечные провели большую кропотливую работу над созданием книги памяти участников Первой мировой и Великой Отечественной войн всех селений Засережья. Кроме того, ребята восстановили и ухаживают за памятниками погибшим воинам в исчезнувших деревнях округи. Большое внимание уделяется изучению и сохранению местных традиций, обычаев народного творчества. Были изучены и восстановлены старинные обряды опахивания деревни Таусень. Изучено и описано творчество фольклорного ансамбля Трифоновых из села Рожок. Наталья Викторовна и сама активно участвует в исследованиях краеведческого характера. Опираясь на исторические источники, она сделала немало важнейших открытий по истории современного Сосновского района, восстановила в памяти имена тех людей, кто посвятил свою жизнь служению простому народу, кто сыграл значительную роль в развитии нашего края, да и в целом государства. Петр Федорович Сицкий положил начало земскому образованию в Лисуновской волости. Строев Иван Иванович в 20-30-е годы 20 века создал школу нового типа и разработал свою методику. Благодаря ему одна из деревень Залесья получила почетное звание «Село сплошной грамотности». Работы Натальи Викторовны периодически публикуются в районной газете «Сосновский вестник», входят в различные печатные сборники, например, «Опыт сотрудничества СМИ Организации культуры воспитания и патриотизма», сборники научно-практического форума по музейной педагогике 2017-2018 годов. Она является автором книги «Очерки истории Сосновского района», которая выйдет летом 2020 года. Наталья Викторовна дважды становилась победителем приоритетного национального проекта образования – конкурса лучших учителей Российской Федерации. Ее педагогическая и поисково-исследовательская деятельность отмечены почетными грамотами Министерства образования и науки Нижегородской области и Российской Федерации.